Подожди, давай еще раз. Зовут меня Соболев Александр. Обучался 10 занятий Владимира Бутусова. Ну, как, 2 через 2 я работаю. И вот в выходные свои дни как раз попадал в один из них дней, попадал с ним на обучение. Ну и, конечно, сам занимался там 2-й день. И вот, хочу показать результат того, чего за 10 занятий. Ну и все свои, конечно, занятия, то, что сам занимал, что могу. Люба, братцы, Люба. Еще что-нибудь можно? Еще. В разборе там какие композиции? То есть не одну же ты композицию выучил? Нет, не одну. Какие еще там ты? Ну? Так, «Новый мороз-мороз». Ну ты давай из тех, которые попроще, которые еще у тебя самые первые там были. Там, такие, попроще, частушки там. У нас что было? «Маленькой елочки». «Маленькой елочки», «Холодно зимой». Ладно, ну, в общем, вот такой момент. Вот все-таки, чтобы достичь результата, вот принципиально вот ли тебе было вот именно по нотам вот именно расписывать вот эти произведения? То есть тебе лучше так по нотам понятно? Или все-таки понятно вот методом таким? То есть показал, повторил, как вот тебе было удобнее? То есть мы с тобой и таким, и таким пробовали вариантом? Как вот ты? Конечно, вот лучше всего это, я считаю, по нотам. Вот то, что до этого он сам занимался, пробовал сам по видеоурокам. Вот. Кости Иванина, по-моему, вот Артема Иванюка, вот он показывал. То есть, вот что нажимал, да, вот там повторяешь, вот это вот. Вот до этого я знал, что там, каким ты был. То есть, что нажимал, чего нажимал, вообще не понятно. То есть, как бы, просто клавиши запоминал какие-то. Сейчас, выучив те же самые ноты, вот именно начинать потихонечку, по чуть-чуть, каждое одно, это он старался вот запоминать, вот так вот здесь, он так вот выглядит, вот на нотном стане, там, ля, вот, например, да, вот здесь вот бас идет, вот это вот все.
И вот потихонечку, там, по чуть-чуть, там, вот это вот. Сам потихонечку, ну, конечно, время уходило мне на это катастрофически много, там я сидел после занятий еще часов 8, ну, в среднем так 10, и вот это вот запоминался, старался соединить две руки. Ну, после первых занятий, соответственно, да, потом после уже. Первых. Ну. И потом уже. И вот, конечно, по нотам все-таки это... Ничего, в принципе, сложного-то и нету в этом. Это то же самое, что, я считаю, как и табу, вот для гитары, например, пишут там вот такая струна, вот это такая струна. Ну и для гармонии тоже есть цифры, там 17, 18, там 19, например, вот они. И ноты все-таки, я думаю, проще. Потому что ты, воздяв тот же самый вот самоучитель. Вот, кстати, вот я под этому самоучителем занимался. Жорик, скрытая реклама, Жорик. Нет, никакая не реклама. Просто хочу порекомендовать. Вот, Евгений Дербенко, научись на гармонии играть. Вот по нему я занимался, стоит вот он рублей 200, по-моему. Павел Уханов тоже там рекомендует его. И вот по нему. И вот здесь вот написано все от самого начала. Вот, что, как, вот эти те же самые ноты. Но вот... Вот они, пожалуйста. Что ноты. Самое главное, то что вот мы пишем, да, ноты, вот я пишу. Всех учеников прошу иметь с собой нотную тетрадку, и вот именно записываем в нотную тетрадку ноты такие упрощенные, то есть вот в одну нотку, потому что многие самоучители или даже ноты в интернете мы берем, там сразу аккордами, двойными звуками написано, и ученикам по первости ну, непонятно, вот, что куда нажимать. А когда в одну нотку в правой, вот, и в одну нотку, соответственно, ну, в левый аккомпанемент стандартный, без всяких там замен баса вот от стандартного аккорда, тогда проще и запоминается. И вот, соответственно, у Дербенко тоже у него есть здесь вот нотное приложение, то есть оно не такое сложное. И вот с первых как раз, с первых уроков, то есть вот, все практически очень легко, то есть ничего лишнего. То есть самый